Это последние фотографии из Инстаграма Анны и ее мужа Сергея, на которых их семья запечатлена целиком. Они были сделаны на Рождество. Я посмотрел этот Инстаграм. Там вся семейная история. Свадьбы. Рождение Лизы. Появление на свет маленького Тимофея. Родился он совсем недавно, 20 ноября прошлого года. А уже 2 марта этого года Тимофей погиб вместе с мамой. Ей был 31 год. Вот снимок, опубликованный местными СМИ. На этой фотографии видно место, где смогли уцелеть Сергей и 3-летняя Лиза. Где окно, из которого свисают шторы. Там комната, где они находились в момент удара. А это их машина, которая была припаркована недалеко от дома. На ней хоть с трудом, но еще можно разглядеть рекламу на русском языке. Ремонт подушек безопасности. С новым 2022 годом. Благодарность Творцу за прожитый год, полный благословений и милости. За чудесный подарок нашу доченьку. Особенный год с новой жизнью. Божьего мира нашим домам и семьям. Благодарного сердца, святой жизни. В закрепленном комментарии будут реквизиты для помощи выжившим Сергею и Лизе. Им сейчас негде жить, к тому же Сергей какое-то время не сможет работать. Ему нужно похоронить жену и сына и быть рядом с маленькой дочкой.